Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Так, давай-ка я, наверное, заберу у всех ресурсы. Так, беззубик у меня вообще без дела здесь стоит. Давай-ка летите на сборы. Так, барсик мне приносит тусклый янтарь. Кто бы сомневался. Шепот смерти. Так, кривоклык. Ну, руны. Окей. 7 штучек. Все, иди ищи бесплатно. Далее, что у нас остается? Грамгильда. На поиски мы ее отправляем бесплатно. Все, полетело, да? Все у нас пока хорошо. А ты что сидишь? А? Что ты у меня сидишь, ничего не делаешь? Давай ищи вон рыбу. Тебя тоже за рыбой. И тебя. 10 всего лишь. Так, этих орлов автоматически всех отправляем за рыбешкой. Вот так. Буйволорд. Так, тут древесина. Добудьте 260. 2 миллиона древесины. Ну что, получается, мы нашли. Так, этого на поиски. На поиски. Че ты мне там притулился в ожидании? Давай мне соточку. Ищи. С этими ребятами тоже разберемся. Давай, 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 иди. Тренируйся. Скорожал, ты тоже. Беги на тренировку. Так, а здесь... Роза ветров. Тоже отправим на прокачку. Рогобой. Оп, полетел. Тоже полетел. Заберем здесь железо. Соточку. И обучать мы не сможем. Пускай пока летит за рыбой. Так, беззубик. Подожди-ка секундочку. Для того, чтобы нам открыть великого смутьяна, нам что не хватает? А вот чего нам не хватает. Выполнить обмен вечно крыла. Тут какое-то задание еще стоит. Повысить уровень крылатого ужаса на 5. Ага. Что для этого надо? А для этого нужны четки. Надо искать вот эти статуэтки тогда, получается. Лети, беззубик. Лети, ищи. Ищи то, что нам нужно. Так, тут древесину забираем. Ну, вроде бы пока все. Тут мы заберем выполненные задания. На наградку накопили. Опа-на, а вот и поле подсолнухов. Куда бы нам его? Вот сюда, что ли? Ну, давай, вот здесь пускай у нас стоит. Красуется наше поле с подсолнухами. Так, паки. Бесплатный. Монета Удина. Загадочный пак. Шторморез, кревет, крылатый ужас. Опа, это кто там? Крылатый ужас. Допустим. Давай-ка мы его разместим в ангаре. Так, и сейчас у нас еще рекламный пак. Монетки. И кревет, шторморез, костолом. Так, и что у нас тут? Ага, просто шестеренки. Ладно, здесь выполнили. Давай-ка наших гавриков проверим. Так, пускай ищет. Где там у нас второй-то? Блин, так это и был второй. Тогда где первый? А первый, вот он, сломанный меч, как всегда. И тоже янтарь. Допустим, здесь у нас обмен уже произошел. Да, блестящий янтарь мы зарабатываем. И еще ставим порцаечку одну.
Пак, давай, открывай. Древоруб, шторморез, водорез. О, Грамгильда. Не было, не было, да выпало. Ну, это хорошо. Так, меня интересует, есть ли сегодня какое-нибудь событие? Блин, через один день 20 часов подготовка, это размещение охотников. Блин, через двое суток, грубо говоря. Ладно, тогда что нам сегодня остается? Паки вождей искать? Ну, не искать, а зарабатывать. Ну, как вариант, а больше я ничего тут не вижу, ребята. Что нам еще? Чем заняться? Так, где шлем? Вот он. Шлем забрали. Здесь ничего хорошего у нас нету. Так, на рынке. Мы же используем с тобой, да, шанс? Да, по ресурсам мы использовали, поэтому я не смогу получить ни древесины, ни рыбы. Ну что, тогда погнали вперед на арену. А что нам делать? Два пока вождя откроем. Я думал, что будет событие какое-то. Но, видишь, ничегошеньки не происходит. Никакого события нету. Ого. Все красненькие. Промахнулся. Но. Блин, сейчас начнет. Конечно, начнет. Пумс, добивай его. Так, минус один. Сейчас этот сделает суперудар, да? Вот тебе и все. Уничтожит. Просто ребята уничтожили. С лица земли стерли, а? Ты посмотри на них. Ну что, я попробую в первую очередь, наверное, громобой ушатать, если успею. Этот же подхалим будет сейчас сюда бомбить. Естественно. Так, ходит громобой. Так вот сделаем. Надеюсь, что он будет применять суперудар. Есть. Жух. Отлично. Ну, мы потеряем барсика. Так, давай, громобой, еще своим суперударом. Вот это да, вот это, ребята, называется хорошая была обманочка. Хе-хе-хе. Победа. Так, а у нас следующий поединок. Музыка, правда, исчезла. Но это не важно. Пойдем-ка, наверное, вот с этого начнем. Да? Так, тихо, не надо буянить, родной. Блин, понижение брони, соответственно, это сейчас будет кусать. А как иначе-то? Ему нужно выпендриться. Вот выпендривается как может. Но, согласись, лучше получить от этого укус, чем вот от тройного удара всхлопотать массовую атаку. Тут это лично мое мнение. Поэтому сейчас мы сделаем вот так. Потом делаем укус. Ну и добиваем, конечно же. А добивать я буду, наверное, через хил. Потому что мне нужно еще кривоклыка моего подкачать чуть-чуть. Как подкачать? Подхилить, естественно. А этот неугомонный не успокоится. Ну что, добьем? Вот и все. Здесь у нас вот такие бойцы. Стража мы пока трогать не будем. Я думаю, что, наверное, штормореза в первую очередь надо будет раскатать. Причем, я думаю, быстренько мы сейчас с ним расправимся здесь. Вот, далее пойдет у нас кривоклык. Да, именно его будем теребунькать. Так, ну, естественно, фаербол. Как же без фаерболов-то? Мы хильнуться не успеем. Ладно, фиг с ним. Сделаем так. Укус. Ну что, Гаврюша, он сейчас будет опять же... Ага, одну атаку только сделал. Слушай, ну, может быть, успеем хильнуться? Чуть-чуть хотя бы. Естественно, от фаербола нас это не спасет. А он его обязательно сейчас запустит. Сможет ли он барсика уничтожить? Не стал делать, ты серьезно? О, парень, ты много потерял тогда, получается. Но мы его... Ох, даже для меня неожиданно скрита убрали. Ну что, ребята, вот и первый пак вождя, который мы зарабатываем. Шторморез, громобой защитник, кривоклык.
И бежим за вторым. Кстати, мне выпал, ребята, еще один, как ты видишь, редкий пак. Это довольно круто. Не часто выпадают два пака, причем через такой короткий промежуток времени. Ладно, схватка и схватка. Кого нам сейчас тут в противники подсунут? Давай, давай, не скупись. Но этого мы трогать пока не будем. В принципе, вот громорога можно бомбануть, а потом уже кривоклыка. Как, думаю, самый нормальный вариант получится у нас. Но сначала надо задебафить. Слушай, я думаю, сейчас мы с этого сплюхи уничтожаем громорога. Через отхил, наверное, да, получится его. Да, именно так. И вот теперь... Да ты-то, лаврык, что там лезешь? Упендриваешься, я не понимаю. Зря вот так, ребята, на меня тут наезжаете. Очень зря. Так, пробивной. Ах. А вот если бы скрита, ребята, ему бы была бы крышка. Этот промахнулся, здесь добиваем. И лаврык стоит тут. Морщ. А давай мы, наверное, вот так вот все-таки сделаем. Пускай у него будет пониженная защита. Раз, два. Так, укус. Да, давай укус сделаем. Можно было, конечно, слепоту на него повесить, но и так обойдемся. Ох ты, опять этот мелкий. Но уже не черненький, а серенький. Причем у нас здесь два шустрых. Давай, ладно, укусим, фиг с ним. Она же два раза стреляет, насколько я помню. Один. Да ё-моё, не пробил, а? Ха, этот промахнулся. Акелла промахнулся, да? Через хил. Вот здесь уже попал. Ладно. Попал и попал. Поехали. Раз, два. Укусик. И добивка. Тоже через укус. Ну что, архарыц? Естественно, сейчас побежит. Или побежит, или пламенем. Что у него там? Разбег все-таки. Оглушил моего бедного барсика. Я тогда сделаю вот так вот, чтобы на нем висела слепота. Плюс на него повесили дебаф с понижением брони. Ну и все, этот хлопчик просто наш. Барсик, уничтожай его. Очередной поединок. Здесь у нас Хоферсон. Они все синие. То есть все шустрые, поэтому мне будет с ними проще здесь разобраться. Наверное. Так. Да что ты, Кривоклык, вот ты постоянно, ты вот постоянно очень мало у них отнимаешь здоровья. Очень мало. От слова совсем. Так, этот своими фаерболами, этот сейчас будет, наверное... Так, он тоже фаерболами. Давай, наверное, вот сюда бомбанем. Барсик, уничтожишь его, нет? Блин, ну почему ты по пониженной броне не мог нормально звездануть? Ай-яй-яй. Че, я уже думал, что мы с Барсиком распрощались, но нет. Его не стал атаковать злобный змеевик, поэтому он сохранил нам, так сказать, жизнь. Ну, сейчас посмотрим, что он будет делать. Супердар будет? Нет. Тогда вот так. Все, ребят, прошли. Ну вот и последний пак вождя на сегодня. Шторморез, лаварык, древоруб, чудовище, громобой, вострозуб, громобой защитник и барс и вепрь. Все. Больше сделать я ничего не могу. И жаль. Почему вот нельзя, ребята, здесь отправлять кого-нибудь еще? Почему должен обязательно здесь летать беззубик, а? Вот объясните мне. Почему только беззубик летает? Зачем мне столько наездников, да, которых я открываю? А выполнять это задание может только один беззубик. Ну, это, честно, несправедливо, как по мне. Ну что, через два дня, как я и говорил, будет доступно следующее, как говорится, задание. События. Нам надо будет подождать. А будет оно действовать всего лишь, если два дня убрать отсюда, на два дня.
То есть размещение охотников будет доступно всего 2 дня. Надеюсь, это будут выходные, и мы сможем с вами его пройти. А на этом, друзья, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.